Любовь Тригорлова прочтет стихотворение Александра Твардовского «Вишня». Не спешите, не спешите. Аккуратненько вот здесь. Микрофончик еще. Я прочту стихотворение Александра Твардовского «Вишня у дороги». О самом главном в жизни, о доброте человеческой. В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он смотрел усталыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал: дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, пусть идет и вширь, и в высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и, отведав спелых сочных ягод, может статься, вспомнит обо мне. А не вспомнит, экая досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу.